Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, но уже 25 июня желающие смогут проголосовать досрочно. Соблюдение избирательного законодательства обеспечат общественные наблюдатели. Пул наблюдателей сформирован. Это более 4,5 тысяч наблюдателей, которые готовы уже работать на участках. Кто вошли в избирательные наблюдатели? Общественные наблюдатели. Во-первых, это представители общественных палат муниципальных образований, это общественных советов по общественному контролю муниципальных образований, некоммерческие организации, такие как организации благотворительные, религиозные организации. Кроме того, профсоюзы, политические партии, в их числе гражданская платформа «Казачья партия России», «Единая Россия» и КПРФ. Почти все, кто подал заявку, вошли в наблюдательский пул и прошли соответствующее обучение. Все избирательные участки будут охвачены наблюдателями. В областном центре контролировать процесс голосования будет почти половина заявившихся. 1600 человек, из них половина наблюдателей являются представители от общественной палаты города. Это 813 человек. Надо сказать, это большая армия людей. И сегодня, конечно, всех собрать, и наладить такую нормальную работу с представителем, конечно, нам предстоит до 25 числа большая еще работа. Каждый должен получить специальную одежду, средства защиты, ручку и блокнот. Все это уже дожидается наблюдателей в региональной общественной палате. При общественной палате региона функционирует ситуационный центр, который в онлайн-режиме будет реагировать на сообщения о нарушениях, связываться с наблюдателями и взаимодействовать с Ассоциацией юристов России. Ассоциацией подготовлены молодые наблюдатели. Ассоциация юристов России, Ульяновское региональное отделение также внесло свой вклад, скажем так, в формирование пула наблюдателей общественных. Приблизительно 350 студентов Ульяновского государственного университета стали наблюдателями. В этот раз даже выездные группы будут укомплектованы наблюдателями. Будут и мобильные группы наблюдателей, которые будут выезжать по мере необходимости на участки. Кроме прочего, наблюдатели на этот раз будут контролировать и безопасность, рекомендуемую Роспотребнадзором. Организаторы уверяют, процесс голосования будет безопасным и прозрачным.